Ландшафтный дизайн, с чего начать? Любой дизайн-проект загородного участка всегда начинается с планировки. При этом во внимание принимаются все особенности, характерные для конкретной территории, а их немало. Например, это форма участка, его рельеф, наличие, отсутствие зеленых насаждений, сооружений и других объектов. В ряде случаев учитывается даже роза ветров и глубина залегания грунтовых вод. Чтобы избежать досадных ошибок, которые могут обойтись очень дорого во всех смыслах, следует воспользоваться услугами профессионалов. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.